Уголовное дело против украинского врача за подстрекательство к применению запрещенных методов ведения войны возбудил Следственный комитет России. Бывший реаниматолог из Донецкой области Александр Чернов в эфире украинского канала сделал шокирующее заявление. Медик, активный сторонник нынешней украинской власти, в разгар конфликта работал в одной из больниц Донбасса. Все это время он старался оказывать раненым ополченцам минимальную помощь. Позднее, находясь уже на территории подконтрольной Киеву, он призвал коллег расправляться с такими пациентами из политических соображений. Добавлю, что по российским законам за подобные высказывания, нарушающие в том числе положение Международной конвенции, грозит 20 лет колонии.